Всем салют, всех приветствую на моем канале. Уважаемые мои зрители, подписчики, спасибо, что присоединились. Вы ведь ждали этой серии? Я уверена, что ждали. Сегодня у нас карьера продолжается за Paris Saint-Germain, и мы играем против Лиона, Гингама и Бордо. Это будет очень тяжело, потому что с Лионом, насколько я помню, мы первую игру сыграли в ничью, а с Бордо мы вообще проиграли 1-0. Так что сегодня берем матч реванша и плюс Лион. Прям вот-вот-вот-вот чуть-чуть, но уже у нас на хвосте, на пятках. Хотя мы по-прежнему на первом месте. Нам надо укреплять свои позиции. Ну что же, поехали побеждать. Лион, Гингам, Бордо. Следующие игры тоже, кстати, не такие уж и легкие. Аякс, Сент-Этьен, Ним. Ну, Ним это, наверное, легко. Они на последней строчке где-то там плетутся. Ля-ля-ля-ля. Вот не знаю, может вместо силы Кимпембе выпустить. Ну ладно, все, поехали уж так. Так. 1-0! Это был Килиан Мбаппе на 4-й минуте. Вот эта комбинация, брависсимо. Мбаппе убежал из-под защитника. Какой пас Де Брюйн выдал, по-моему, да. И он, как всегда, красиво шведой, да, Де Брюйн голевую отдал. Ну так, он вот простенько, он не может щечку, он шведой вырезает. 1-0, не расслабляемся. Двенадцать голов уже у Килиана. Так, Неймар, догонишь? Де Брюйн. Помешал там Марсиаль. Рабьё, Дракслер. Второй! Килиан с лёту. Пиу! Держи танкист гранату. Какие молодцы! Рабьё. Дракслер. Там даже пас... Ой, какой голяс. Там даже пас, на самом деле, он хотел вырезать, но получился от защитника, по-моему, навес. Ой, Мбаппе такие кладет. Будь здоров. Да! Я думал, офсайд. Как? Перекладина снова помогает, а? Командам, соперникам Парижа. Последних пасах они нас забивают, а Дембеле нам кладет. Ну как он так убежал? Никто не догнал. У всех скорость закончилась, что ли? Силы. И все. Кто здесь бежал? Маркинес. Он просто вот так убежал рядом. Ты в ноги к нему стелись. Фух, да. Фух. Да как вы так делаете, а? Как вы так играете-то, защитники мои, бля? Как детей. Опять этот Домбеле. Ариаля, браво. Фу.
Фух! Обалдеть! Не получается у него удар. Опасно все равно было. Ворота уже практически пустые были. Так, нам надо игру как-то подуспокоить. Как это сделать? Как успокоить игру? Забить третий. И это хет-трик. Да, речь уже потеряла. От Килиана Мбаппе, голевая Кимиха. Хет-трик забивает Мбаппе. Если честно, казалось, мимо летит мяч. На то он Мбаппе, что он кладет такие, что ты не угадаешь. Крученым. Три гола от Мбаппе, значит, нам надо забить, может быть, покерок? Так, нам ни в коем случае не надо больше пропускать, это все опасно. Что с защитой происходит? Вот, не держит персонально. Маркинис что-то поплыл у нас в этой игре. В этой игре, я вам скажу больше, не заметен, кроме Мбаппе, в плане атак. Ну, голевые я не считаю. Я имею в виду вот чисто так, что прям вот опасно. Никто. Ни Карди, ни Неймар. Да что с тобой? Нет, Тьяго Силва, все. Все, Тьяго Силва, ты меня просто подставляешь каждый раз. Ну как ты мяч-то не принял? Ну тебе спокойно отдали пас. Ну что здесь было-то? Ну. Ёпарасоте. Ну, комедия абсурда продолжается. Ёппара, Стэн, такого же не бывает. Ну, не от Тьяги Силвы ж такого ожидать. Уже не первый раз он такую комедию мне тут вытворяет. Кимпембе выходит. Все, Тьяга, отдыхай. Жезус вместо Икарди. И... давайте Тимоти Виа выйдет на левый фланг. Ух. Джезус! Голяса! Я подумал, Мбаппе сначала. Голевает Неймара. Успокаиваем игру. Да. Красиво. Уставших. Фух! Меняет. Так. Как тебе, а? Как тебе, Люка Эрнандес? Сразу в такую мясорубку попал. Кладут они, ай, все, гляньте. Три гола мы пропускаем дофига в этом сезоне. Нам надо защитой что-то думать. Да как? Почему мы не успеваем-то? Этот Фери, он же вообще, у него скиллы очень слабые. Фух. Победа. Но это, конечно, было ужасно, то, что мы пропустили... тупой гол, когда Тьяго Силва не принял мяч. Браво Мбаппе, он нас спас. Тьяго Силва уходит на лавку, и мы его выставляем на трансфер, и летом мы его продаем. Да ничего, Леон, нормально, вам и второе место хорошо будет. Так, вот такой состав на игру. Да. Да, поехали.
1-0! Третья минута, Адли! Красиво! Жоржен подал Адли с лету, забил. Шик, блеск, да и только. Так он там один с левой, он там один стоит, никто его и не собирается держать. Ну, классно положил. Ух. Ух. Так, спокойно. Ариаля тащит. Да, красавчик. Ух, красиво могло бы быть. Второй! Есинадли дубль делает против Гингама. ЦП позиции, он хорош сегодня у нас. У Икарди удар не получился, но Адли все подправил. Да, красиво было. Со второго этажа забивают нам. Да что ж ты будешь делать, а? Он соки не потащил. У них, по-моему, первая атака и сразу гол. Да, они не теряют свои возможности. Они просто сразу, по факту, все. Навес. Навес. Соки вроде выпрыгивал, но поздно, что ли. Позже. Ну такие, почему Ариаля не тащит? Росточка, что ли, хватает? Он же высокий. О, начинаются эти провалы. Одной передачей все разрезал. Ой, это вот опасно. Так, замены. Пора делать замены. Икарди опять нас не заметил. Ну, пытался что-то. Жезус. Так, 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 так. Де Брюйн давайте выйдет. Не, давайте Смитс. Вместо Кимиха. Кимих поплыл. Устал. И. Давайте Де Брюйн сюда. Адли молодец. Хорош сегодня. Ну все, точку ставит Килиан Мбаппе. Неймар поборолся, пока ему удается только бороться. Ну ничего страшного. Я думаю, что этот сезон такой. Мы присматриваемся к игрокам. Ну таким он кладет прям шведой. Вырезает. Отлично. Все, победа. Мы обыгрываем Гингам. И теперь нам предстоит игра против Бордо. Они хотят дешевле на миллион. У Ювентуса есть деньги. Я думаю, что Тиаго Силва будет счастлив поиграть с Криштиану Роналду. И за 23 миллиона, если они согласятся, я согласна.
Ну не. Это... Вы очень дешево предлагаете. А 23 миллиона? Смотрите на этих ребят. Да они офигели, 18700. Да вы офигели. 21 миллион. Все, отлично, отлично. Очень рискованный состав, но нам нужны здоровые игроки к игре с Аяксом, чтобы они не были выдохшиеся. Ударище головой, а? От Корнелиуса. Так, Диаби. Накрыли. Какой голяса! Кевин Де Брюйн! Казалось, до последнего, что мимо летит, но это Кевин Де Брюйн. Он такие кладет. Обалдеть, как круто. Молодчик. Якобс кладет второй голяса. Хотели в аренду его отдать, но он не ушел. Захотел остаться здесь. Агент там не досмог договориться. Голевая Де Брюйна. Гол плюс пас. Красавчик бельгиец. А Якобс это тоже бельгиец или нет? Я вот не помню. Если честно, забыл, надо посмотреть. Диаби отдает голевой Де Брюйна. Как он так? То бывает слет нас не сбивает, то успевает развернуться и забить. Шикарно. Джезус отошел, понял, что там сейчас будет набегать Де Брюйн. Красиво. Так, ну, так и пропускаем, а. Похвалила и сразу пропускаем. Да опять Силва проигрывает позицию. Ну опять. Куда унесло его? Какой голяса от Якобса! Точнее, наверное, по-французски он будет Джакоб читаться. Но я по-русски назову его Якобс. Может быть, он француз, кстати. Мне кажется, бельгиец. Посмотрите на этот гол. Обалдеть. Просто, почему Неймар на левом фланге такие не кладет? Смитс у нас хорош был, подустал. А ладно, пусть Смитс доиграет. Жезус. Так, все, Де Брюйн отдыхает. Бернаде выходит. Виа выйдет вместо Диаби.
Точнее, вот сюда Авиа выйдет. А Жезус отдыхать пойдет. И вместо него Адли. Да, побегать здесь. Не, давайте Бернадо сюда, Адли сюда. Все. Малыши выйдут доигрывать игру. Да что такое? Опять со второго этажа. Гол нам приходит. Надоело это уже. Ну что вы не боретесь на втором этаже? Бред. Опять я гасил его. Все, ты меня реально достал уже. Езжай в Ювентус. Ну да, давай еще провались. Ты чего? Фух, перекладина спасает нас. Лерожер бил. Они поняли, что со второго этажа у них что-то может выйти. Ух, Траксер, по-моему, бил, да, рядышком, но мимо. Да, чуть-чуть не хватило, там бы не справился голкипер. Все, поздравляю Париж с 3 победами подряд, это было шикарно. Теперь у нас игра против Аякса в следующем выпуске. Аякс, Сент-Этьен и Ним. Пожалуй, на сегодня это все. Я благодарю вас, что вы были со мной, присоединились. И надеюсь, что вам все понравилось. В следующих выпусках мы увидимся совсем скоро. Ну что же, ребята, подписывайтесь, лайки, колокольчик. Будьте на связи, следите за появлениями выпусков. Также на моем канале есть «Карьера за Ньюкасл». Если кому это интересно, можете посмотреть, там довольно весело. Ну что же, на сегодня это все. Я надеюсь, у вас отличное настроение. Всем желаю хорошего дня. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, пусть ваши команды, ваши игроки, за которых вы болеете, всегда побеждают. Всем пока. Салют.